Дети города, все мы разные, но знакомо, наверное, каждому чувство светлого одиночества. Как такие минуты хочется бросить важные дела, просто побродить чуть-чуть по дворикам знакомым, просто посмотреть на свет любимого окна, просто подышать весной немного возле дома, дома, где живут твои верные друзья. Мы меняемся, мир меняется, жизнь во двориках продолжается. Сердце ноет, но это правильно, значит, сердце не стало каменным. Сердцу нужно иногда просто побродить чуть-чуть по дворикам знакомым, просто посмотреть на свет любимого окна, просто подышать весной немного возле дома, дома, где живут твои верные друзья. У меня не получится с Викой поговорить. Ну ты не переживай, я завтра утром сразу с ней поговорю, я тебе перезвоню. Хорошо? Ладно. Ну давай, пока. Здорово. Заходи. Здравствуйте, Петр Иванович. Как здоровечко? Спасибо, не жалуюсь. Единственное, что при мне осталось. Я вот тебе извещение принесла. Тебе там письмо пришло из пенсионного. Ты вот здесь распишись, а я тебе письмо завтра принесу, а? Давай. Проходи, проходи. Вот еще. Вот и славненько. А ты что такое? Хмурый какой-то. Хмурое, Зоя, небо бывает. А я серьезный. Чуть с ним, а? Вот и мне кто-нибудь сказал, что с ним. Он со мной уж который день не разговаривает. Да ты что, поругались, что ли? Да если поругались, Зоя, садись. А то Петр Иванович наш нынче сам по себе ото всех откололся. Ну, а раз каждый из нас сам по себе, вот пусть сам с собой разговаривает, пока не одумается. Алло? Привет, Лер. Слушай, сегодня Франца нигде не было, ты найди его, покорми, ладно? Эй! Подожди, Максим, что за дела? Как это не было? Я боюсь мышей, слышишь? Они мне противны, Максим. Да ты на нее не смотри, дай ему просто ложечку покушать. Чего? Если будешь бояться, вспомнишь, что нам разрешили пожить в этой квартире именно из-за него. Ладно, постараюсь. Так, Франц, только не шевелись, где-нибудь замри и не шевелись, хорошо? Сейчас мы будем обедать. Франц! Франц! Кыс-кыс-кыс! Ты ничего не слышал. Хотя, ты, наверное, кошек ты даже не видел. Да? Францик! Францик, иди обедать! Иди обедать! Ты где? Где ты? Смотри. Где ты? Только, пожалуйста, не выпрыгивай. Вот это где. На, держи. Ешь. И не надо чаевых, не надо, не надо. Все, ешь. Ой, какой-то страшный.
страшный. А что ты такой страшный, ты? А что ты не ешь? Ты же всегда ешь. Ешь! Фу, какой ты. Максим? Да? Максим, привет, слушай. Привет. У нас, по-моему, Франц заболел. А что с ним? Ну, я не знаю, он какой-то дохлый и шерсть у него какая-то, и он не ест. Он же обычно ест, как бегемот. Лер, я не могу сейчас говорить, через 15 минут переговоры. Приду, разберемся. Ну, ладно. Хорошо. Да, давай. Я жду. Подождем? Надежда! А? Че бегать? Мы с тобой вот эту банку поделить должны. Чтобы тебе половина и мне была половина. Это зачем? Ну, чтобы у каждого своя часть была. Вот это вот твоя, вот. Можешь пересчитать, конечно. Ну, ты видел, тут все поровну. Пить, ты что, умом тронулся, что ли? Когда же это закончится? Может, хватит куролесить-то? Тронулся я. Или не тронулся, но поскольку в этой жизни мне больше, кроме как на себя, рассчитывать не на кого, ага. Вот буду на черный день вкладывать. Ага. Сирота! Ну, сирота! Не думал я, Петя, что у нас с тобой до дележки дойдет. Ты знаешь, я тоже не думал. Так, давай. Давай, давай стол пополам, давай телевизор пополам, диван пополам, квартиру. Ты что, от семьи отказываешься? Я? Нет, милая. Это вы от меня отказались. Ты и дети твои. Я от тебя отказалась? Нет, ты слова этого не произнесла. Но поддержала ты их, не меня, а их. Ну чего ты? Плохо, да? Сейчас придумаем что-нибудь. Алло, мам? Да? Ты как? Замечательно. А ты как, доча? Ну, тут Франц заболел. Он весь мокрый, его колотит и не ест вообще. Это ужасно. А кто такой Франц? Ну, мам, я тебе 100 раз говорила, Франц — это мышь. Лирочка, ну ты меня напугала. Ну что может случиться с мышкой? А ты знаешь, мамулечка, вот я сейчас на него смотрю, и мне кажется, что ему очень плохо. Так же плохо, как и человеку. Помнишь, когда я с ангиной лежала? Вот так. Лерочка, ну не смеши меня. Мышь — это мышь. У нее ничего общего с человеком нет. Ну, я не знаю, сдохнет, купите новую. Да? Лера? Да. Ладно, ничего. Все, пока. Ага. Так, храбрый малый. Давай будем укарабкиваться. Я, Серёг, за барана какого-то держит. Думает, вот я уперся рогом, и все. А самим даже лень мозгами пошевелить. Понять, что тут же в основе принцип. Не, им на мои принципы наплевать. А самое обидное, что и Надежда туда же с ними поддакивает. Ну, а как ты хотел-то? Мать своего ребенка всегда поддержит. На кого мне рассчитывать на старости лет, кроме своих собственных детей? На кого? На кого? Я их растил. Я их воспитывал. Я их в люди выводил. Я работал с утра до ночи. И чего я имею в сухом остатке? Вот ты знаешь что? Мне кажется, что напрасно так заводишься. Ну, напрасно, а? Ну, день рождения. Я два года уже свой день рождения не отмечаю. Не такой большой праздник. И что, нормально. Хотя, конечно, ты у нас фигура, не мне чита. И ты туда же, и ты туда же. Дело ж не в дне рождения. Дело ж в отношениях. Ведь получается, что я для них... Я в их жизни какой-то... чужеродный элемент, что меня можно вот так запросто
на этого, на корпоратив этот поменять. Ай! Знаешь что, давай-ка в домино, а? Может, полегчай? Серег, я к тебе пришел как к человеку. По душам поговорить, посоветоваться, а ты... Балагур. Ну чего ты не пьешь, не ешь ничего, а? Что случилось? Может, тебе жарко? Хочешь... Так не жарко? Ой, добрый день. Не против, если пересяду ненадолго? Садитесь. Ой, спасибо. Ой. Ой. Ой, простите. Я вижу, у вас что-то случилось. Ничего у меня не случилось. Может, помощь нужна? Может, болит что-то? У меня ничего не болит. Вы что, доктор, что ли? Нет. Но я раньше работала медсестрой. Ой, потом ушла из больницы. Сидела дома какое-то время, потом поняла, все, на мужнюю зарплату прожить нельзя. Вот пришлось стать распространителем. Продаю недорогой товар. Прямо на дом прихожу. Очень удобно. И цены у меня ниже, чем аптечные. Мне с какой радости-то? Просроченные, что ли? Ну что вы. Вот в аптеках. Там же торговая наценка. Поэтому все очень дорого. А я-то опт беру прямо с базы, понимаете? Ну, со склада, да. Ну, да. И у меня поэтому все дешевле. Ну, я, конечно, немного наценяю. Но я что, даром ходить буду? Вот. Но мои цены, их, это вот небо и земля. Вы молодец. Нет, вы молодец. А что за товар? Ой, да разное. Вот очки продаю, значит, таблетки, мази, слуховые аппараты. Ну, я могу и на заказ, если что, и цена от этого не увеличится. А можете мне очки подобрать? Ну, они у меня, я в них и читаю, и на рыбалку там, и все, и они у меня единственные. И потом им 100 лет в обед. Все поняла. У меня столько очков, сейчас выберем. А вы где, кстати, живете? Здесь, вон, на 3-м этаже. О, так может, к вам поднимемся? Пошли. Раздевайтесь. Спасибо. Ой, нет, я ненадолго, я не буду. Ну, Жак. Нет, мне сюда можно? Смотрите. Конечно. Спасибочки. Здрасте. Елизавета. Извините, что без приглашения. Вот Петр Иванович хотел посмотреть кое-что для себя. Я занимаюсь распространением товаров первой лечебной необходимости. Хотите посмотреть? У меня много чего полезного. Федька, ты гляди, какой-нибудь ерунды не набери. Видал я этих продавцов, вон по телевизору показывали. Придут и так поулыбаются, говорят, лапши на уши навешивают, а ты наберешь. Ты чего ты лезешь в мою жизнь? А то я без тебя не знаю, что мне покупать. И чего ты на человека кидаешься? Ты ее знаешь? Не знаешь. А уже сразу. Вместо того, чтобы спасибо сказать, что тебе все на дом принесли, вот, не надо тебе никуда ни бегать, ни ходить. Прям перед людьми стыдно. Я сам знаю, что мне делать и как мне жить. Пора бы уже это понять. Есть и наши, ну, почти в такую же цену. Ну, наши маленькие, а итальянские, они, видите, вот такие вот длинненькие. Ну, попробуйте. Хотите, попробуйте. Ведь главное, хорошая баба-то, хорошая баба. Ну, вот вбила себе в голову, что я не прав, и все. Вот теперь, что бы я ни сделал, все не так. Поссорились. Да не то, что поссорились, но... Ты понимаешь? Вот не поддержала она меня.
А мы ведь 50 лет вместе. Да вы что? Трое детей, четверо внуков. Ой. И... Слушайте, ну а вот а дети, вот как они? Так вот с них все и началось. Не приехали поздравить меня с днем рождения. А ведь сами... Да нет, наверное, даже и раньше, наверное. Какое у вас зрение? У меня... Да я так-то нормально вижу. Мне вот для чтения, для рыбалки, ну, где-то 3-4, вот, ну, вот как мои. Все, все, сейчас подберем. Просто... Я, кажется, знаю. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, зеркальце. Чтобы могли посмотреть да на ладно, себя. Себя да. Ну-ка. Ух ты, красота-то какая. Это Боится? Что же? Да они же еще с этими. Это же бифокалы называются. А то, это же. Да. Ну, замечательно. Ну, это ж. Да? А эти ж. Это ж не для рыбалки. Вообще самое. Вот, да. Вот узелок на леске затянулся или крючок перевязать. Сколько они стоят? Ой, для вас 150 рублей. Ну ладно. Да, точно. Но это ж за даром прям. Ну вот так вот. Это еще не все, Петр Иванович. Так, смотрите. Так, вот вам подарок. Салфеточка итальянская, стекла протирать, да. А вот а вам это что? А это я знаю, это я знаю, это... Шнурок. Это вот на рыбалке вообще, вот то есть раз бросил, они... Ай, ну, Лиза. По рукам? Петр Иванович. Просто... Да, вы меня сегодня... Ах ты, чёрщенок. У меня же деньги-то в шкафу сейчас. Ой, Петр Иванович, Петр, я сейчас все соберу, уйду и... Да ладно, ладно, как вам не стыдно? Вы что, буду я от хорошего человека прятаться? Ой, скажите тоже, вы, если... Вот, держите. Подозреваю, что это отравление. Отравился? А чем? Ну, не знаю. Сырую картошку, например, ему не давали? Нет, не давали. Что картошку можно отравиться, да? Мышь может. Особенно, если картошка была недозрелая. Мы-то зеленый бочок отрежем и дальше едим с удовольствием. А для мышки это яд. Да не, не, не дава. Знаете что? Он ведь сегодня убежал. И он, наверное, мог сам, да, в корзиночку забраться и там откусить мог? Очень мог. Очень даже мог. Я дам вам порошки. Вот. Будете разводить их с водой, пропорция здесь указана, и поите вашего питомца через каждый час. А как поить? И сколько это? Ну как, пипеткой. А сколько? Сколько выпьет? Много не будет. А сейчас самое важное – вывести из его организма все вредные токсины. А поскольку сам он с этим справиться не может, то помочь ему можете только вы. Хорошо. До свидания. Вы найдете? Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Ну что, больной? Я выкину всю картошку, обещаю. Ой, спасибо, что подносите. А то за день, ну так находишься, так наносишься. Да по лестнице, ну руки отнимаются. А мне приятно помочь хорошей женщине. Ой, Петр Иванович, ой. Чего? Ну, забыла коробочку с берушами, а. Ну, неудобно так вас гонять, ну, может, поднимете. Да я и не пойду, на, иди забирай. Только не забудь потом дверь забить. Ну, неудобно. Неудобно штаны через голову ой одевать. Давай быстро, ой, я тебя на улице подожду. Я мигом. Свежим воздухом подышу. Ну вот умничка. Все проглотил. Молодец. Слышал, что доктор сказал? Чем больше мы выпьем, тем быстрее, что поправимся. Так. Ну и кто тут боится мышей? Я. Но сейчас я спасаю жизнь Франс. Потому что, в отличие от некоторых, я не могу бросить больное беззащитное животное на произвол судьбы. Лер, ну извини, но я работал, у меня был клиент. Как смог, так и приехал. Ну, чего с ним? Ничего, мы боремся за жизнь. Давай я помогу. Не надо. Напутаешь еще что-нибудь. Что тут путать-то? Набирай да лей. Вот именно, лей. Ага, лей. А надо капать. И потихонечку надо капать. И ждать, пока он проглотит. Мы сами справимся. Справимся и поправимся, да, Франц? Дай лапу.
О, женщины. Держите. Ага. Ой. Ой, Петр Иванович, держите. Моя визитка. Здесь телефон, если что нужно, звоните. Все куплю, все привезу. Ну. Елизавета Ивановна Василевская, продавец-консультант. Благодарю вас. Дальше я сама. Не-не-не-не-не-не. Я же обещал на остановке. Ой. Так что. Петр Иванович. Да, Елизавета Ивановна. У нас только так. Вот такие дела, Вера. А главное, как с ума сошел. Даже есть отказывается, что я приготовлю. Мне, говорит, чужого не надо. А сам на своих бутербродах уже дошел. А мне обидно. Я наготовлю, а есть некому. Ну, что, Надюш? Сама же говорила, что он у тебя мужчина с характером. Чуть не понял, так сразу в бутылку. Вот оно на то и вышло. С характером. А мне его жалко. Не поесть, не поговорить по-человечески. Ты знаешь, иной раз уйду в спальню и плачу. Да. Слушай, ну ты скажи ему, что его поддерживаешь. Обмани. Обмани. У меня, между прочим, тоже характер. Что я не могу сказать, что думаю? Я вот как есть, так и говорю. Ну, подруга, тогда я не знаю, чем у вас все это дело закончится. Вот и я не знаю. Ой, чем дальше, тем страшнее. А может, правда, прикинуться? Прикинься. Он хоть поест по-человечески. Правильно, ты чай. Елизавета. Набранный вами номер не существует. Набранный вами номер не существует. Представляешь, они тоже спят. Да я просто пытаюсь приготовить ужин. Тихо, ты можешь разговаривать. Да хватит уже возиться с этим Францем. Я отвечаю за его жизнь, между прочим. А знаешь, что меня больше всего радует в этой истории с забытым мужем? То, что ты похожа на ласковую, заботливую мамочку.
Петь, а что с тобой, Петь? Петенька! Скорая! Скорая, приезжайте поскорей, пожалуйста. Петя без сознания. Садовая 7, квартира 25.